Надя. Сегодня я хотела с вами поговорить о покупках, подарках. И после Нового года, после дня рождения, как обычно, куча подарков, понадарили кучу денег, плюс я еще выиграла сертификат на Амазоне, тоже затоварилась, короче, по полной везде все. Сегодня я вам хочу рассказать о некоторых. Итак, первая моя покупка, это был первый мой заказ на iHerb. Я использовала чей-то купон, и у меня за все про все я заказала кучу масел и какие-то другие продукты, и за все про все у меня вышло там $20, и я была очень-очень счастлива. Мой купон скидки находится под видео. Также на страничке есть рекомендуемые мной продукты. Если вы хотите, используйте мой купон, у вас будет скидка, и мне будет очень приятно. Я заказала масло лаванды, это эфирное масло лаванды, как обычно, без лаванды никуда, я обожаю ее, ее можно добавлять в какие-то маски, крема, можно добавлять на подушку немножко капель, чтобы, если у вас есть проблемы со сном. Лавандовое масло очень хорошо использовать для каких-то маленьких ожогов или каких-то маленьких порез. Ну, сами понимаете, без лаванды никуда, я обожаю ее запах. Выбрала масло бренда Now. Я думаю, что он не самый-самый лучший на рынке, но достаточно хорошее сочетание цены и качества. Эти масла у меня довольно косметические, есть у меня отдельная коллекция эфирных масел и основных травяных каких-то настоек для комплекта первой помощи. И о них я буду рассказывать в отдельном видео и расскажу немножко другие бренды. Там мы смотрим, чтобы самые-самые эффективные были травы, самые-самые патентные, чтобы достичь какого-то исцеляющего эффекта. Но это для косметического, в мыло, в лосьоны, в маски, просто так, в аромалампы. Масло лаванды, наверное, обожают все. Следующее масло, это масло лимона, тот же самый бренд Now, и мне очень нравится его запах, он не такой сильный, но не такой резкий, очень-очень приятный, я очень люблю, когда у них вот такая пипеточка идет, несмотря на то, что баночки достаточно большие, вот здесь одна унция, 30 мл, баночка большая, но пипеточка есть, мне это очень нравится. Масло лимона я использую или на подушку, просто так, мне просто нравится этот запах. Или я его использую для массажа антицеллюлитного. Вместе с маслом лимона я решила заказать масло апельсина. И заказала большую баночку. Здесь 4 унции, и я его использую очень часто, и мне очень понравилась цена у этого масла, она вышла очень-очень дешевая, за 4 унции, там чуть ли не $7-8 было, поэтому если вы используете масло Orange часто, и я его использую для антицеллюлитного массажа, я использую его в ванну, достаточно часто, очень хорошая цена сейчас есть на iHerb. Поэтому заказываю. Единственное, что мне не нравится здесь, это когда ее открываешь, эту баночку, здесь нет пипеточки. Поэтому мне приходится выливать ее галлонами. Она расходится очень быстро. Следующая моя покупка, точнее подарок, это масло. Я попросила мужа подарить мне какое-то натуральное масло, и вот он выбрал вот это вот Дудуосун. Масло Дудуосун, оно Black Soap, это от Tropical Naturals, и, по-моему, оно есть на iHerb, я не уверена. Ну, короче, это марка Дудуосун, называется черное мыло, это вот так оно выглядит. Пахнет оно просто обалденно, я просто обожаю этот запах, и
Оно вот такое, оно сказано, что оно черное, но на самом деле оно не черное, оно более коричневое и пахнет безумно вкусно. Единственное, что когда я его использовала в душе, мне не понравилось, что оно немножко сушит после использования мою кожу. Но опять же хочу вам сказать, что ваша кожа меняется изо дня в день, изо месяца в месяц, смотря то, что вы поели вчера, на сегодня у вас кожа будет другого состава, и в зависимости от того, где живете, на юге, на севере. Я живу на юге, у нас сейчас лето, и для меня сейчас это мыло, возможно, с моей диетой, которую я сейчас ем, оно не подходит. Но я его все равно им пользуюсь, потому что после этого у меня есть самодельный крем, и который увлажняет безупречно, и поэтому мне очень нравится запах, его обожаю. Еще один подарок, это был Raw Black Soap. Raw значит сырой. Так вот, он приходит в такой кандебой, достаточно нероматический вид. У него пахнет оно отвратительно, буквально как хозяйственное мыло советское. Выглядит оно очень-очень сыро, тут прям видно какие-то такие вкрапинки, какие-то странные текстуры у него. Но я от него в восторге, мне оно так нравится, потому что оно скрабирует. Оно скрабирует. Я отрезала кусочек, и ему довольно удобно пользуется, и после него кожа такая шелковистая, такая мягкая, мне очень-очень нравится. Так вот, это Raw Black Soap. Черное мыло, хотя на самом деле не черное. Его вообще делают из листьев дерева ши, из какао. Будьте осторожны с кофеиновой чувствительностью, потому что, опять же, какао и кофеин абсорбируются через кожу, особенно если вы используете raw. И что тут еще? Ну вот они берут вот эти вот листья, потом их высушивают, потом они смешивают с маслами. То есть достаточно хорошее масло, витамины А, Е, железо, кофеин, все это тоже очень хорошее для стимуляции кровообращения, и, соответственно, кожа будет очень упругой и очень шелковистой после этого мыла. Я его очень люблю, использую его постоянно. Я думаю, что, наверное, им даже голову можно мыть, но это не для моих волос, наверное, для африканских волос или для девушек, у которых текстура волос ближе к африканским. Это масло я купила на ближайшем рынке. Оно на самом деле черное, но оно не black soap. Это масло импортируется из Африки, оно называется black soap. А это масло обыкновенное, локальное здесь, которое продается, сделанное местными. Черноту ему придает активированный уголь. Активированный уголь, так же как и многие другие глины и соли, выводит токсины из вашего организма, и когда вы в душу, у вас кожа распарена, и когда вы пользуетесь этим маслом, оно, помимо того, что увлажняет и чистит, выводит токсины из вашего организма, очень хорошее. Я думаю, самой попробовать сделать такое мыло, и оно достаточно хорошее, такое мягкое, в нем видно, что много, много масла ши, много таких увлажняющих ингредиентов. Эту щетку я купила с iHerb, она от Earth Therapeutics тоже, и она очень хорошо скрабирует частички кожи. Мне понравилось то, что у нее достаточно хорошая, приятная щетина. Длинная ручка мне понравилась. Мне ее пришлось купить, потому что вот моя другая щетка, тоже, кстати, от Earth Therapeutics, она абсолютно не в таком вот порнографическом состоянии.
Поэтому мне пришлось ее заменить. И, кстати, у нее короткая ручка, а у этой длинная. Мне понравилась длинная больше почему-то. И она полегче, ее так можно брать, так очень, очень удобно. Мне очень понравилось. Эта щетка очень хорошая, потому что она такая мягкая, щадящая. И отлично вот для индийского массажа, как он называется по-английски, dry brush, dry сухой brush, щетка, когда мы на сухую кожу массажируем перед душем, избавляемся от омертвевших частичек кожи, как сухой скраб, она подходит идеально. Раз, когда вы заказываете что-то с Herba, они вам подарок дарят. И сегодня мне заказом пришел iHerb, такая линейка. Мне она очень нравится, потому что здесь есть и сантиметры, и инчи, и всякие таблицы с граммами, килограммами, паундами в килограмме, потому что постоянно сейчас, когда делаю видео, мне приходится переводить английские меры на русские, и это очень трудно с линейкой. Такая вот простая вещь, но я очень рада, если честно. Моя покупка — это подарок, это марокканское золотое аргановое масло. В интернете все его хвалят, я решила тоже попробовать. Сейчас оно стало очень популярным, сейчас идешь в магазин и продают какие-то там эти аргановые спреи и так далее, но опять же сами понимаете, что они полны химии и они полны, и там этого арганового масла кот наплакал, поэтому это 100% аргановое масло, его можно использовать для кожи, лица, под глазами и под макияж, и его можно использовать для волос. Я думаю, что, возможно, мне его придется развести, потому что для волос, чтобы сделать хороший, и чтобы был хороший эффект, его нужно достаточно много, вам нужно вот его чисто просочить волос, промочить им волосы. Если я делаю маски из кокосового масла, я использую, наверное, где-то 3 столовые ложки. А это 3 столовые ложки, вся баночка. Поэтому будем, наверное, разводить с кокосовым или с каким-то другим. Пока особых эффектов я не могу сказать, я использую только чуть-чуть, особого разницы я не заметила, потому что еще не делала полной маски на волосы. Ну вот, как будет результат, я вам скажу. Дальше закупилась я травами, купила ромашки, купила 2 пакета таких больших. Один уже у меня половину использовался. Я сделала масло на ромашке, я вам потом покажу, как это делать. Я сделаю целый курс видео по гербологии. И я его пью как инфузию постоянно. Ромашка очень, она успокаивает раздраженную кожу, успокаивает ваши нервы. Желудок успокаивает, ну и как обычно питает. Я масло делала для кремов, буду делать крем для лица, и масло хочу сделать на волосы, попробовать, потому что все вот эти вот девочки рекомендуют какие-то травы, маски, и мне так хочется их попробовать, но опять же, я думаю, то, что у нас в России должна быть какая-то трава, которая помогает именно славянским девушкам. Мне очень нравится запах ромашки, у меня вот прям пакет на столе лежит, и я наслаждаюсь этим запахом. Очень нравится. Были еще у меня другие покупки и подарки, о которых, я думаю, сделать отдельное видео. Я не хочу о них говорить вам еще, потому что она будет поподробнее вам рассказать про то, что, где, как пользоваться. Делитесь своим в комментариях, что же вам подарили. Если у вас какой-то есть опыт использования продуктов, которые я купила, я буду рада почитать. На сегодня все, и пока-пока.